Come on.
Рио!
будет говорить, а несколько вайшнавов, сменяя друг друга, они проведут то, что называется Гауранга Катха. Мне выпала великая честь открыть эту Гауранга Катху, и поэтому будет уместным, если мы прочитаем Мангалачарана Стотру, которая открывает Шри Чайтанья Чаритамриту. В ней Кришнадас Кавираж Госвами собрал несколько шлок на санскрите. Чайтанья Чаритамрита написано на бенгали, но эти шлоки на санскрите взяты из работ выдающихся вайшнавов, прежде всего Сварупы Дамодары Госвами, которые описывают качество Господа Чайтаньи, которые описывают миссию Господа Чайтаньи. Плюс ко всему, это очень красивое поэтическое произведение, поэтому оцените работу великих Госвами. Банди Гуру Ниша Бхакта Ниша Миша Бхактаракам Тат Пракашан Ча Тат Чакти Кришна Чайтанья Сангакам. Я предлагаю почтительные поклоны духовным учителям, преданным Господа, воплощением Господа, Его полным частям, Его энергиям и самому изначальному Господу Шри Кришне Чайтани. Банде Шри Кришна Чайтанья Нитьянанда Ушаудито Гурдудае Пушпаванто Читро Шандо Тамонудо. Я предлагаю почтительные поклоны Шри Кришне Чайтанья и Господу Нитьянанде, которые подобны Солнцу и Луне. Они одновременно взошли над горизонтом Гауды, чтобы разогнать мрак невежества и так удивительным образом даровать благословение всем. Ядадвайтам Брама Панишаде Тадапешетанубха Ятмантарьями Пурушайти Шашьямша Вибава Шадайшпарья Пурна Яйха Бхагаван Шашвайамаям Начайтанья Кришна Джагати Парататвам Парамиха. То, что Упанишады описывают как безличный Брахман, это всего лишь сияние его тела, а Господь, названный сверхдушой, это всего лишь его локализованная совершенная часть. Господь Чайтанья – это сам Кришна, верховная личность Бога, исполненная шести достояний. Он – абсолютная истина, и нет иной истины выше его или равной ему. Анарапитачарим чиратка руная ватирнахкало самарпаяйту мунатоджваларасам свабхактишия Арихи Пурата Сундара Дьюти Кадамба Сандипита Садаритая Кандарес Пурату Вакша Чинандана. Пусть Верховный Господь, которого знают как сына Шримати Шачи Деви, трансцендентно проявится в самом сокровенном уголке вашего сердца. Сияя, словно растопленное золото, он по своей беспричинной милости пришел в эпоху Кали, чтобы даровать то, что не даровало никакое из воплощений прежде. Эй, Кришна. Сегодня очень удивительный день, когда мы стремимся осознать величие Господа Чайтаньи и стремиться постичь глубже свои взаимоотношения с Ним. Господь Чайтанья Махапрабху – это непосредственно сам Кришна, который явился в этот мир для того, чтобы явить нам пример величайшей преданности. И Он показал, как мы можем пройти духовный путь для того, чтобы развить в себе высочайшее сокровище Кришна Према Бхакти, то, чем изначально обладает каждое живое существо. Поэтому он говорил Нитья Кришна, Нитья Сидда Кришна Према Шрадуея Дная Шравананда Шудда Читта Харалея Дая. Из материального мира кажется, что любовь к Богу – это что-то надуманное. Но в действительности любовь к Богу в сердце живет в сердце каждого живого существа. И самое главное, что ее не получают извне. Эта чистая любовь к Богу пробуждается благодаря качественному слушанию и воспеванию святого имени и погружению нашего сознания в игры Господа Кришны. Итак, Господь Чайтанья Махапрабху показал нам наш духовный путь, будучи сам примером идеального вайшнава. И в Чайтанья Чаритамрите Господь Чайтанья, давая наставление Рупе Госвами, описал, как мы можем взращивать нашу преданность Кришне, слушая очень внимательно и воспевая Святое Имя.
земле в течение очень долго. Поближе. Пока слышно почему-то. Зеленого времени мое служение было слушать о Кришне. Я уже немножко отвык говорить о Кришне. Мне очень приятно было слышать верных из моего времени, уже какой-то шахты, очень просветляющие, вдохновляющие. Пытались показать нам цель, наверное, это не удалось. Но в то же время также я все-таки почувствовал определенное желание уже говорить, делиться. Потому что, как говорится, это тот этап, который мы все так жаждем. И мы пока с вами впервые встретившись с Господом Чайтанья, он предложил определенную молитву, которую, в принципе, все мы знаем. Намо Махапрабху Кришна Према Падайте, Кришна Кришна Чайтанья, Намо Гоуру Кришна Махапрабху. В этой молитве Шрила Рупа Госвами обращается к Господу Чайтанье как наиболее великодушным. Намо Махапрабху. Наиболее великодушное воплощение Господа. И он говорит о том, что ты сам Кришна, ты сам Верховный Господь Кришна, ты шедший как Чайтанья Махапрабху, и хотя ты Кришна, но цвет твоего тела золотой. И мы сегодня с вами уже начали говорить о том, что Господь Чайтанья – это Кришна, но который показывает, как служить Кришне. То есть он не пришел как Пуруша, как Бхагаван, который принимает служение, а он пришел как слуга. Гопи Бхарта Падакамайон Даса Даса Нудаса. Это известная молитва, которую возносил Господь Чайтанья. Он говорил, что я не хочу, чтобы меня считали саньяси, или брахманом, или кшатрием, или брамачари, или еще кем-то. Я слуга слуги, лотосный столб, бедный слуг Господа. И однажды все-таки Господь Чайтанья проявил себя как Верховная Личность Бога. Это было известно нам как Махапракаша Лила. Эта лила, она длилась в течение 21 часа. И я, в общем-то, хотел сказать несколько слов об этой лиге. Спасибо, что все пришли на этот замечательный праздник, день рождения Господа Чайтанья. Подождите на день рождения. Знаете, когда мы приходим на день рождения, когда человек очень счастлив и очень милостив. И Господь Чайтанья очень счастлив, очень милостив тем, кто пришел к нему на день рождения. Вы обязательно все получите. Просто обязательно. Даже не об этом сомнении. Пожалуйста, пойте его на святое имя. Пожалуйста, танцуйте перед божествами. Откройте свое сердце Кришне. Это самое замечательное, что можно сделать в своей жизни. Мне просили сказать о важности книг, о распространении книг. Я не могу сказать об этой важности, потому что все ачарьи говорят очень много о санкиртане, о воспевании книги. Брихатмрита, все большая вреда. Шрила Прабхупада очень любил, как-то его книги распространяют. Большинство мы хотели результаты санкиртана знать и брать. Они не такие значительные, но в то же самое время. Итак, первое место индивидуальных ЗТП. Первое место в индивидуальном результате заняла Харинама. Да! Да! Наом Вишну Падая, Кришна Пришкая, Бхутале, Шримате Бхакти Веданта, Памити Нами. Наом Вишну Падая, Кришна
Vishaya Bhutare Shivati Bhakti Vedanta Swami Vichirati